Всех приветствую, дорогие друзья, с вами Левша, и у нас сегодня Корн 2 наносит ответный удар. Короче, пушка-бомба. Сегодня будем тащить, стараться. Если мы и сегодня будем сливать катки, ну так нехер нам делать на ГК. Хоть как-то танчики доберем, и все, и забудем это как страшный сон. Но что-то мне подсказывает, что мы сегодня будем играть неплохо. Наша задача вначале побеждать, чтобы целый день играть на продвинутом фронте высадки. Сегодня стрим будет долгий, поудобнее усаживайтесь у своих экранов или телефонов, или я не знаю, где вы, откуда вы еще смотрите. Момент такой, что очень надеюсь, что ничего у меня не будет отлагать, не будет тупить интернет, и в целом не надо будет аудитории переходить с YouTube на Trovo, с Trovo на YouTube, например, где любит кто смотреть, там они и будут смотреть. Все, я все сказал, я пошел ко всем, вот. Да, нормально. Оставь переказ, нормально. Давай. А то мы не встречаемся. Только что нет. Так справа, блочи, правок. Так плавок почему не блокируете? Почему правок не блокируете, блядь? Надо селиком помогать ехать, мужики. Да, сейчас мы. Давай вот это взрываем. Блядь, но не нам. Идем туда, сзади принимайте. Я третьих режьте. Мы можем... Крест возвращается, не осторожно. Надо этого убить. Крест, откатывай. Крест, сам убиваю, крест. Отлично. Назад откатывай, иди, стрим налево, иди налево. Хорошо, нахуй. Нормально, так тоже пойдет. А можешь круг, стать, да, Нескип. Хорошо, там поставьте какую-нибудь левшу. Да я не могу, Нескип пускай станет. Может мне поехать убить? Нет, ты стрим тебя не слышал. Нидин, поедь ваншот, там чипа забери. Нидин, там ваншот и чип. Экстрим, я не знаю, крест 1, я не могу выехать сейчас. Он вас выйдет. Тогда его забирай, тогда 89 забирай. Просто на каток можно ставить и все. У него альфа. Что вы Нески... делаете? Наоборот, экстрим должен поехать, а Нески должна в кругу стоять. Блять, экстрим должен право пойти убить. Да, экстрим должен ехать. Я убью этого. Не, блять, не теряйте на него времени. Нески, я его сейчас сзади. Куда сам убью. Так экстрим сейчас забью, зашел и добью. Или базу бери, или сзади закатывай. Экстрим, базу возьми. Экстрим назад. Куда я должен снять? Разорви. Да, не, а ты убеги куда-нибудь сюда и все. Потом. Да, убей двоих. Я просто времени по... Ты можешь третьим захват стать, да и все. Да, проедешь третьим и все. Они там не проедут же, или проедут. Через центр нет, только через... Ну, один труп толкает, можно посмотреть, по идее. Да, сейчас толкает труп, он уже рядом. Иди убивай его. Иди убивай его, экстрим, выйди убей. Кто-то, кому-то надо выйти убить, ребят. Хорош, все, едь на того, экстрим, едь на того. Едь на того, клинч. Тут захват уже вызвали. Нет, по захвату выиграем, не надо. Да он выйдет, сейчас собьет, блядь. Ну, убьет тогда его. Собьет, он выйдет его. Все. Красавцы вообще. Только тупые в аналке стоят. Не, мы почти 5 фрагов не отдали, пацаны. Нормально, блядь, нагнули. Можно хуесосить их, да, уже? Да, можно. Да и так понятно, что они хуесосы. Капец у нас с флайбером чинили, блядь. Капец нас там... Так не, Силик, я хотел с тобой стоять, у меня хп не было, блядь. Я думал, кто-то фуловый станет. Там фуловые были машины. Я же сказал, типа, поделиться, кто... Ну, это, короче, вот сколько я ГК помню, вот всегда вот такие чуваки видят корм и встают просто в анал, и все, и похер, да? Они же даже сами вылетают, им насрать. О, нихера мы дали там 4. Они просто не шарят, что с нами драться. Поехал и выиграл. Хороший стиль, хороший. Эту группу мы должны убить прям фуловым и закатывать за них. Потанкуем. Мы контркушивать едут. Го первого на фокус какого? Давай. Вот, который хп. Второе место. Давай, 2200, да. 1800. Давайте. Только в борт заходите. За них защищать. 300 хп. 300 добейте. Попробую добить, добью. Блять, я Диме дал. Добила. Дима жжёт. 1900. Пробить не могу, сука. 1000 и... Я помогу тебе с этим, снизу сейчас заеду. Закрой, Нески, закрой. Да, хорошо. 1300, блядь. Закрой меня, Алена, закрой, пожалуйста. Справа. Дайте фокус это, 2600, ближнего проще. Да, вам ближнего проще, убейте 2600. Не так агрессивно, не так агрессивно. Алена, закрой эту жопу, блядь. Я выталкиваю, говори. 1200, 2200. Давай вот этого, да, 900. Доигрывайте, 900-1200, дерите. Давай, помогай, Толь. Я помогаю. Он сейчас в сейф уедет от меня, он в сейве. Крест, дай 1700. Я дал, вылетел. Давайте это внутри 1700, давайте он внутри у вас. Оля, я лечу. 400 добей. 400 доберу, Алена, 400 доберу. Я добрал. Ну и все, спокойно добивайте это все, что приезжает, убивайте. Да я ненадолго. Вы там-то не умираете, а то базу сейчас заберут еще. Спожусь. Нормально, тут аж выйдет. Пробил насквозь. Ой, сори. Аж урон не нанес. Жестко ты его, конечно, жестко. Как в кораблях, знаешь, на вылет, блядь. Там леопард, ну чё ты? Ебр едет, и третьего крути. А, Биба. Красава, Толь, наберёшь. Ну, хорош, Силик, туда не нанес ковчар. Подножку поставил. Бля, хорош. Жёстко. Убил. Ну, 400 альфа, что хотел. Всё, нормально, победка.
Бронепластина нормальная для титолика носит, так что. Да. Я бы умер, да, если бы их не было. Свертухи, блядь. Красавчики. Тоже урона нет, стабильно, но зато победа. Не леопарды, не леопарды. Эти машины, леопарда взорвите, потом дальше вот это убьем два, которые реально. Выходите, убивайте. Домашки, выйти все. Выйдели, шли все и взорвали. Да, выйдите, пробейте. Бля, сейчас я доберу его в флабер. Добирай, добирай, добирай. Все, окей, я к нашим. Вы добьете их там? Бля, не кайте. Да, добиваем. Мы очень много отдали. Креспик, свой креспик, вот это нужно пить. Мы яму перепушиваем, яму заедущую. Вам еще два танка едут. Отъедьте назад, тогда не убьете. Надо тянуться, убить сейчас ноль. Добейте шотного кто-нибудь. Не залетает, не залетает мне. Только что 1700. Нам, ну если Макс с нами проедем, мы втроем пойдем убьем, остальные пускай. А, бля, ебать, не фоллоу. Нет, тут убьем. Да, нет, убьем, делайте просто пятки. Пять фраг делать. Так, ну это последний бой был на этой, да, провинции? Чиф, вправо КД. Ну окей, нормально тогда. Че? Да нет, еще можем на этой провинции продолжить играть. Не знаю, но вот этот вкат по воде был максимально пососный, меня просто разъебали по низине. Я не знаю. Что ты понимаешь, что мы сегодня первый раз проиграли. Я ничего не намекаю, блядь. Не, ну на самом деле они только скатрили, как бы. Да. Тут разъезд был. 4 чпа там был приемка. Ну мы эти как пустили, должны были взорвать и дальше ехать в захват. Если бы ебрам бы не дали бы. Если бы ебро бы не пустили, то было бы все. Не, ну они молодцы, да, хорошо сыграли. Этот, не, так и нам в любом случае, то, что мы там не забрали провинцию, ничего страшного в этом прайме. В этом прайме мы же не будем завтра играть. В следующем прайме надо обязательно забирать. Так что нормально. С этой высадки почти максимум берем. Хуёвники это бусты. Все, выставляемся и работаем. Возможно, не откатывайте. Не откатывайте, не откатывайте. Просто реем, не откатывайте. Умоляю, не откатывайте. Не пускайте, не пускайте. Фокус убиваем. Не откатывайте. Что покажете, что вы, мужики, не боитесь. У кого хп нету, тот откатывает. У кого совсем нету. Да, просто фокусите, да. Все заебись у нас. Выходим, забиваем. На катке правый. Два чифта. Стреляйте, готов стрелять. Вон, на катке 200. 200. Минусуйте своего. 1100. Просто стойте. 800. Не дёргайте. Я откатил. Да, просто стойте, сзади не дёргайте. Сзади КС заезжает. Тебе бомба. Похуй на КС-ку. Убивайте вперед. Можем вкатить. Давайте нажмем. Давай, я поехал. Они сами едут. Нажимайте. Пошлите убивать шотных. По фокусу. Шотных убивайте. Макс, прокатывай. Не бойся, Макс. Экстриму, ты еще помогите. Я нормально, я справлюсь. Добирайте. 600, доберите. Крест 10 хп есть, бля. Давай. У них 2279 там, по идее. Что закрывает-то? Ты заберешь? Нет. Открыл. Нормально. Добил шотом. 600. Отлично. А, все. Все нормально. Это у них бусты хуёвые какие-то. Кстати, Джоф, нахуй! Слышишь, Джоф, зарешало твое это на хп? Конечно, блять, вот, только сейчас меня убили. Нормально. Не, ну у меня 3к в хп, блин, я там. Они поняли, увидели 3к, давайте не будем фокусить его. Да, они в канаве остались, поэтому проебали. Эй, этот, как его? И что там Джофф по рулетке, ну-ка расскажи. Короче, ну кто-то же рассказывал на СТС-ке тему, блин, что Леста взялась за рулетки плотно, потому что очень много от рулеток негатива. Ну, типа, они наебывают людей, это понятно, дальше. Да, да. Ну, типа, не все, но больше. Ну, наебывай все, ладно, давай дальше. Да. Давай не будем. Я понял, да. Короче, и игроки куда приходят жаловаться, если их где-то наебали? Естественно, ЦПП. Вот, ВГ было похуй, но Лесте не похуй, как я понял. Вот, Лесте не нравится, что они крайние. Плюс это портит имидж игры, репутационные потери и так далее. Поэтому они взялись плотно за рулетки. Вот, начинают их душить через Реал. Плюс, кто-то вот в Теске, по-моему, рассказывал, что они хотят еще душить игроков, которые покупают там золото. Типа, списывать у них золото или что-то в таком. Да, я про это тоже слышал, про списывание голды. Мне кто-то писал. Вот, то есть они или будут... донатеры или в чате, да? Да-да-да, ну мы эту тему, по-моему, на турнире Чаки где-то обсуждали. Не, просто насчет судов я не слышал. Вот. Ну, как-то через Реал там что-то будут с ними делать. Вот. Короче, вот так, в танк скоро рулетки выпилит полностью, так понял. Ну да, да. Да, мне кажется, они как-то им отрубят, наверное, способ пополнения или что-то еще. Мне кажется, знаешь, что могут сделать? Типа, этот, авторизацию как-то рубануть. Да, вот я про это, техническая возможность. Потому что у меня же на сайте тоже там пошло по пизде часть информации, которая через этот, там, на мод, не на отметке. Да, отметки, мастера, вот это все.
Вот. И там у них есть какая-то база, где ты пишешь заявку вот по поводу сайта, чтобы тебе дали доступ, короче, я не проверяю. Ну, тебе-то должны дать доступ. Ну, написали, пока не знаю, там есть доступ, нет, но... Так, следующий бой, я участвую или мне можно в рандомчик пойти? Сейчас, подожди, сейчас я тебе скажу. Да, скорее всего, участвуешь, я очков мало. У тебя бусты еще есть, это тоже плюс. Этот, я пока став сейчас закину, вот, Флаббер, напиши мне то, что я спрашивал до этого. Давай. Что именно? Ну, ладно, типа, это включу, нормальный. Включаю нормальный, да? Окей. Ну да. Сейчас подъедет кемпай, вкатите. Они выбушивают, собирают. Ну, поехали, да, поехали. Да. Хорошо, да, откатите, может, с этим отойти. Гов, катим, не? Ой, ёп. Поехали, поехали. Катайте, направо катить надо. Да. Джон, нам сейчас перекатку надо откидывать. Ага, понял. Да, крест уже и брать. Закатывай. И мы с крестом убьем другого, может. Они там. на вас поехали, можете убегать. Да. Пять фрагов не отдаем им, блядь. Лучше закайтите и просто убегайте. А, поехали. Отходим назад. Просто рвите и убегайте. Да, ебашим, Джон. Либо прячься еще. Либо живи, биба. Тонка, да. Да. Ну чё, высадились, молодцы. Да, все, отмечать будем. А фраги урона что-то влияет в плане материалов, ресурсов? Нет. Слава богу, блядь. Только победа и поражение, все. Вообще нет, ты не прав. Как не прав? Влияет, сколько ты опыта в бою получаешь. Ну это гениально. Нет, в смысле это влияет на количество получаемых этих самых. Штук. Чего? Ресурсов? Нет, да. Не влияет. Нет, они нет, только нет. Привязаны к победе. И к поражению, и все. Они какие-то рандомно раздаются, да, но точно не опыт. Ну там плюс-минус 25 свой тоже есть. Но мы можем сравнить. Давай, вот у кого там плохой результат? У меня. Насколько у меня один выигрыш. Сейчас по таблице увидишь. Урона. Вот Вильф самый лучший у нас. По опыту Джо самый лучший. Просто по опыту у нас сортируй. Да и что тут сортировать, и так видно. Тупо разъебал лохов. Вильф. Вот сколько Вильф тебе дали ресурсов? А я откуда? В истории клане. В истории боев там написано. История боев? Вот у меня 7-14-6. 7-14-6, а там всем одинаково. Ну вот, все, всем одинаково. Только а, подожди, а очки, давай сравним очки. Сколько? Очки 30 очки фиксировано так же. Подожди, а история боев это где, блять? Бои на глобальной карте? Клан открой. Клан боги войны зайди. Кто успел, тот дальше история боев в мастерской. Кто успел, тот успел. Просто помню, раньше это как-то рандомно типа начислялось. Да, пока там история боев ищите. Да. Чиф. А вот этот фрима наша да, мая. Крест, можешь с Мексом дальше чуть проехать и разъебывать их. Ну ша. Там левша сейчас приедет этого Е3. Давай, я перекрестным попробуем убить. Ты его сейчас направо перебил. Давайте второго Е3. Е3 один вот здесь стоит. Вот тут стоит один Е3. Ты можешь этого Е3-го стрелять, левша? Который меня... возле тебя. Да возле меня нет, он меня сам будет сейчас рак. Держи его так, я встану. Я другого убиваю. Убил. Нам надо инфу получить, и её вон, видно, поезжай. Он КД. Давай вот этого, вот этого фармим, вот этого. Убиваем страйк. Вот этого. Пичка, поехали. Вы 0 должны принять. Е3 задний, развернитесь. Е3 на 0, развернитесь. Надо Е3 тебе просто Е3 на 0. Пичка, я, короче, тут остаюсь. Остальные просто убивайте город. Убейте Е3 быстрее, вы заходите в спину, Е4 в спину сюда. Е4 сзади вас. Микс, крест в спину, заходите. Да. Не тяни на меня их. Давай. Толя, поехали помогать. Двор, он КД, он КД. Мы контролем, они держи, у меня КД. Да, держу. Хорош. Он КД на Е4. Смотри, осторожнее, Е3 будет выходить. Окей. Блять. Вот эти выключены сейчас боя. Вот эти выключены. Там, заебёт. За контроль его тут. Да я не могу законтролить, потому что у меня выебет. Давай назад. Джон, просто назад отойдем и все. Да. Наш город убивает, Макс, давай назад. Не убивают нас город? Наши город убивает. А те вообще выключены, вот эти выключены с боя. Да, убейте город, все, в принципе, нормально. Ой, блядь. Гал ебаный. Ну, кстати, страйк доказал, что успел убежать. А, доигрывайте. Ну нахуй своими пушками, блядь, Толик, лох, пидор. Спасибо, Страйк, с уважением. Их давай, воткни ему. Я в твою пушку. Максос, упал, блядь. Помоги. Я помогаю. Так, а чё вы? Не слейте. Да, не слейте, будет. Мы, блядь, 10-9. Поехали фаниться, хули, похоже, блядь. Да. Пофанились, блядь. Да играйте. Ну вообще в релиф сейчас они разъебут. Так пушьте, блядь, пока у вас хп есть.
Просто заберите шотных. А чё ноунейм стоит? Ноунейм, объезжай сбоку. А, ты прострелил? А я, да, прострелил. Добейте со спички. Крава, выйдите на Нески, Макс. Нески, выйди справа, Нески. Макс. Нески, нет, нет. Нески, поедь вперёд, гони. Бей чипа шотного, вон, 434, Макс. Чуть-чуть, право, вон. Так, девчонки, да? Да всё, пусть доиграют, всё, не душите. Нески, можешь поломать, нормально. Сама добирай. Я простреливал просто чифа, мне не хороший. Просто тела. Наших убивают, это слышишь? Ну, блядь, двухшотный стей чиф, меня подставляется. Я три выстрела сделал, не залетело, понимаешь? Фул башня. Там 900 хп у него. А, нет. Я смотрю, Толик едет, блядь. Так, победили, Аня, раздаст роли. То, что победили варенье, топ-3 донатер. Я думал, вы меня прикрывать будете, а я там чисто на рельефчике постою и все. Не, ну вот это хорошая победа, прям нормальных чуваков победили. Да, блядь, еле выиграли на буст. Да это я, в конце блядь, уже, потому что поехали к мясу. Да, думал, блядь, заезжаем, заезжаем, блядь. Заехали, я в пушку стрельнул Толику, чтоб тот не мог. Ну еще одни сильные психи теперь. А, второй босс чисто. Блядь, вы заебали, блядь. Я танчу, танчу. Все КД, кроме Е3-го. 8-9, откидайте, вот. Вниз падайте, вниз падайте, вниз падайте. Либо сюда, давайте. Креспо, если не можешь упасть назад, то упади назад, откати. Не-не-не, я выталкиваю, все нормально. Я выталкиваю. Нормально, у них все равно эти три танка. 300, 8-9, 400. Толик, нету. Можешь помочь один кто-нибудь, один? Помогите, помогите. Кость, ты можешь туда прям поехать? Прям туда можешь поехать. А уже смысла нет. Хорош, хорош. Ладно, ладно, давай шотного. Шотного 8-9 добери. И Мех, Мех сейчас подъедет, поможет. Да, Джов, не вырывайся в тупо в троих. Убейте. У тебя вот Некс сейчас поможет. Все. Ага. Центр, все, центр надо убить. У вас нормально все. Да. Спичка только выживи. Ответ, спичка. Двое. Хорош, Джов. И вот это 400, 400. Да, спичка, да, да, наверное, доберет. Давай, спичка. Сейчас только по нижнему. Да, мне надо. Сюда надо камбэкнуть кого-нибудь. Хороший, Джов постраховал. Я еще буду. Все, зажимайте вот так со всех сторон, okay, и все. Давай, Блади. Хотели занавиться, проверить. Я думаю, нам не нужен флайбер. Я думаю, что нам реально флайбер нахуй. Так я только понял. Флот занимает. Оль, а я вот сижу. А дайте 5 фрагов им. Давай 5 фрагов им отдадим. А дай 5 фрагов, да. А дай 5 фрагов. Его нету с нами. А кто больше нет? Но мы тут общими силами. Слушай, левша, а можно вопросик? Че, да, конечно. То есть я слабый, а Джов сильный, правильно? Ну он лучше тебя в танке играет, это понятное дело, да. Он 4 фрага закатку сделал. Да он, блядь, ебашит танки целыми. Он недавно же турнир Чака тренировался. А ты не хочешь извиниться для начала? Ну, прощи, прощи, прощи. Прости прощения. Джоф, извини за меня, блядь. Договариваться. Ты охуел, хозяин. Слушай, спичка, спичка. Тут спичка. Да. Стал вопросик. Ну, во-первых, поговори что-нибудь на голос на твой, раз. Стал вопросик, да? Вопросик на голос? На новые реплики подошли. Вопрос, и стал вопрос на отчет твоей статы. Молодцы, хороший бой выиграли. Смотри, был, была бой, такая когда? У меня одна знакомая, сейчас будет следующий. Все ее знают как Кесме, я называю ее Свинка Пеппа. Че? Ей бустил аккаунт Микса 60 Рус. Скажи мне, пожалуйста, с кем из киберспортсменов ты состоишь в интимной половой близости? Ей 19 лет, не грузи девочек. Откуда, блядь, у тебя средуха 3600? Когда следующий бой? Сколько, блядь? Чё так мало? Гидеон, сейчас жду я, сейчас инсайд. У нее средуха 4,5, алло, блядь. 3600 у нее по аккаунту, 5200 на млехе, 4900 на твое по аккаунту нахуй никому не надо. Там, блядь. Так, смотрите, мы автоматом на Эски проходим дальше, там соперники так то ли ничего сказали, то ли что. Так. Поэтому у нас минут 15 перерыв или 20. Там да, не боялся никто, понимаешь? А как тебе имя? Как твое имя? Настя. Настя, Настя, а кто тебя подари бустит? Мне счастье. Тут спрашивают у меня в чате, кто тебя бустит. Да, бля, представь. Ну, в прямом и переносном смысле. Кристаллик девочки. Под столом целая делегация сидит. Нихуя себе. Нормально, слушай, мы ее защищаем, что ей там 19 лет, блядь, все дела. Без подразделения острые язычки, это оно вот это. Серега, что ты доебался до женщины? Ты женщина? Пики, дайте, ученые, блядь, пообщаться мне 40 лет, блядь, когда я еще успею да пообщаться, у тебя жена, блядь, есть, под старый, блядь. С молодежью. Какая Насть, жена? Ей Насть, тоже 40, Насть, блядь, о чем Насть, ты, да? У него есть женщина. Я знаю, я видела. Блядь, красиво. Я видела ее. По факту. Ты же понимаешь, женщина до 25, женщина, потом все, старуха, блядь. Тихо. Вот это ты, конечно, да. Погнали, такая, погнали, да? Тихо, блядь. Погнали все сюда, все сюда, врывайтесь, карачуны вот сюда ебашим. Сейчас актер допиздится, курагой по ебалу получит. Сейчас у меня здесь
Случайно интернет пропадет. А, вот, Гидон, Гидон, вот так прокатись, покажи, едут сейчас они там, блядь, куда-то сюда. Нет, просто покажи первый. У Толика тоже понос какой-то. Так, смотрите, я короче, я закидываю или актера, или Гидеона, одного из двух, это первое. Сразу говорю. Ну, Гидио уже сидит, и актер такой, не понял, блядь. Гидеон. Гидио уже три часа ждет. Три часа. Да, да, Гидио уже просто три часа ждет. Гидеон. Актер, ты три часа подождешь, блядь. Еще секунду. Гидеон, ты стримить дальше хочешь на трово продолжать? Да, хочу, а что? Хочешь? Ну сейчас просто пацаны говорят, подойдем, репортов накидаем. Вот так будем играть. Да, ну что, чисто черный тюльпан. Ну у него такая же аудитория, которая может так же накидать, не переживай. Так, по сетапу. У него два пеки и три пеки тебя разорвут нахуй, есть черный тюльпан там, блядь. Кто-кто, Макс? Там вообще люди... Ипотека, что-то не понял, что там? Да-да-да, ипотека, ипотека, блядь, да, ипотека. Тут оборванные ипотека, сидят, ты не блядь. Туда угрожаешь, абсолютно не туда. Серьезно? Да. Да-да. Итак, мужики, поехали. Проверим, блядь. Ну как не ты, блядь? Так, Миша, я свободен. На этот бой, да, на этот бой. На этот бой. Я пошел нахуй. Кто, Джоф или Левша, не понял? В бою, да, то есть выкладывайтесь вообще, не отвлекайтесь, блядь, старайтесь Слушайте, играть. Слушайте, а вопрос такой, а слабые сегодня будут вообще? Будут, просто... будут, будут. Просто понимаешь, вот сейчас мы сольем, и мы до 9 часов АФК. И вот так весь день мы, блядь. Слушай, Дим, а 19 сантиметров тоже силач, да? Я просто... Актер, блядь, актер чисто ищет, знаешь, слабые. Нет, вот это, блядь, бодибилдер, гомосексуалист вот этот, да? Ты хочешь просто меня в средуху поиграть, актер, в рандоме? Тяжелоатлет, задний привод. Блядь, как же он вот любит пиздец, блядь. Вот этот армрестлинг, пидорас, я правильно осуждаем, осуждаем. Не, просто 15 сантиметров, я люблю, братишка, любя, братишка, любя, любя. Ну, пидоров ты любишь, я понял, да, уже. Да, да, да. Я с тобой заигрываю, за косички тебя дергаю. Этот, Техническое поражение, заигрываю. Тихо, 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 тихо. Все, все, все. Все тихо, блядь. Я в этого дал. Чифы, не откатывайте агрессивно, убиваем. Я тряпаю, не очистят. Макс, старайся просто жить на центре и все закрыть его. Я могу к тебе приехать. Макс, похуй на этого чувака, тебе если до семьи поможет. Откидывай мне шку. Ебар, ебар, Леша. Где он там? А, вон, да я тут сверху поиграю, подожди, подожди. Давай, давай. Вам там нормально? Мне бы, конечно, к вам приехать подраться лучше. Нормально. Ты мид лучше идти помогай. Мы перевернем эту хуйню. Не надо чего... Назад, назад, и этот. Макс, поднимайся лучше. Угасом добейте 40. Дайте котов пользу. За камень, за камень, заедь, Макс, и все. Гриф. Слышь, у нас через захват они будут работать. Да ничего они не сделают. Не-не-не. Страйк вернется. Угасом надо забить 45. Они сейчас на 2-7-9 будут ебать там. Откидайте ебар по возможности. Сейчас вот сейчас очень надо. Сейчас попробую. Да, я не буду пробовать, да. Хотя бы ты. Блять, он успел заехать. Страйк, пиздец, я ему не дал налево, как-то, блин. Помоги. Я заберу его. Добивай, добивай левша. Хорош. Назад, назад. ВЛД хоп. Я 3КД. Назад, назад. Назад, просто ВЛД приподнимай. Да, 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 да. Пушьте в них просто всем мясо. Да, поехали, все. ХП, поехали. Не перестреливайтесь. У вас ХП гораздо больше. Поехали. Поехали, поехали. Еду, Леша. Еду, блядь. Еду, да. Блядь. А, я вылетел. Помогу. Что? Нет. Блядь, я не... Блядь, у меня танк поломал. Что нахуй? Пинг лаги, блядь. Стоит, знаменитый цел, смоленский интернет, я правильно понимаю? Это пиздец какой-то, нахуй. Молодцы. Не, на 279 поджимать под чифов, это, конечно, мать. Да, кто мне въебал? Спичка зашла. Чтоб не въебался. Ладно, нормально, короче, победили, хорошо. Это, получается, актеру повезло, что он сюда не зашел в бой, да? Сидел всю катку, рот мне закрывал. Ему повезло? А тут спичка буянит. Это чтобы намека не было даже. Спичка, я правильно понимаю, что у него рот как дверь от Жигули, пока не ёбнешь, не закроется, да? Так, актер, кстати, актер сейчас пойдет на бой, очки нужны ему, Гидеону нужны, сантиметру нужны очки. У меня слабо, да, Дим, у меня слабо. Слушай, а вот тут катка вылетела степи, заходить туда или нет? Че? Да, это наша катка. Вы уже ее закончили. Это еще катка, да, актер. Да, можно зайти. Заходи. Актер, заходи. Ты можешь зайти и просто фотографировать победителей, блядь. Нет, вторая из степи, Дим, тут уже три катки висят. А, сейчас, подожди. Не, у меня нет. Актер, актер тут? Актер. Один, ну, да. Смотри, смотри, смотри. 17 штук. Состав, смотри. Смотрю. Так.
Я понял, Несквик, ну понятно, понятно, тоже. Сережа, Дим. Сережа, давайте сюда. Уколдики, пиздализики, наш, 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 Дим. Люблю, блядь, ой, люблю. Сереж, поправил языком кепку, да? Лизать люблю больше, чем ебаться, Дим, не поверишь. Так. Сосом, биби-ба, ты? Спасибо, спасибо, Димочка, за 100 подарочных подписочек. Не-не-не. Спасибо, Дим, ой, Дим, хвостик, так неожиданно! Дим, так неожиданно, хвостик, ой-ой-ой! Ой, ребята, я... у меня ж бабка захлюзнула. Блядь, мне кажется, или у актера прямо сейчас дреды заплетаются. Заплетаются, блядь, дреды, да. Сука, накладные, что ли, нахуй сиськи купить, сходить, блядь, а? Вив, чекни личку, я там спрошу кое-что. А где? Кого кикнуть? Не-не-не. Мы снова из виду опрощаем. Вив, скажи ему, чтобы он шел нахуй, потому что я не хочу с ним ссориться, да? Вильф, скажи, что ты не берешь актера, да? Смотри, нахуй, челленджи еще будут богатые. Смотри, Вау. Актер тут половину за челленджи держит, знаешь? Не, Ваук у меня сантиметр тут вообще? Сантиметр тут? Я бой доигрываю еще. Давай, 4 минуты у нас есть, успеешь? Да, да, нормально. Окей, арта нужна просто. Бля, вообще не проблема, левша, могу прям сейчас убить. Еще раз говорю, ребята, любой танк на выбор. Так, ладно, смотри. Булка, смотри, не землю порвись. Мекс, проезжайте дальше, можете крест. Да, мы едем, едем. Булка, не торопись, далеко, далеко. Булка назад, булка назад. Давай я приму. Тебя взорву там, булка назад, уйди. Давай. Сюда, сюда проходите. Сантиметр, проезжай, сейчас убьем. Вот сюда, я еду, еду. Максим, могу к тебе подъехать? Страйк, вот так можешь проехать потом. Я пока контролю. Макс, дай я попробую подъехать, убить тебя. Сантиметр, газуй вперед. Там еще перекатились. Хорош. К вам, типа. Макс, дай. Дай проеду страйк сейчас тут перед тобой. Подъезжай, подъезжай. Ты поцелишь просто. Давай, давай, давай. Ну там, блядь, могут добьёшь? Целить. А, ну все, да, я приехал. Блядь, стой, стой, не шевелись. Попробуйте и дальше проехать, убить его. Блядь, шуром по своим. Да забей, похуй. Сантиметр, проходи сюда, сюда проходи, сантиметр. Я вам сейчас. А он сюда едет, он сюда едет. Сука. Просто так подставился. Что у вас в городе? Что у вас в городе? Мы в город переигрывать будем, просто принимайте, стойте. Дима, если что, трупы пробил. Как ты не пробил? Мне приехать его убить бы просто. Контроль вверх справа. Пробуй сантиметр. Ты сидел? Пробуй, там я четвертый мне прокидывал. Страйк, ты можешь сюда во дворик заехать, наверное. Я просто его сейчас убью. Давай, я пробую. Там я четвертый прокидывал. Блять, мне еще... А я поехал дальше, вы сюда. Крест, мяк, дальше. А, вам дальше Дим, нельзя. Вам нужно... Я продал. На! Хорош, и хорош, давайте играем, играем. Ой, блядь, как же долго. Хорош, 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 да. Там на зелени скоординируйте сами. А Е4КД, сами. Нет? Пока нормально, да, Е4КД. Мяк, Е2СМ9 уезжает, мяк сможешь дать кто-нибудь. Я уже дал, я хорош, все убили. А Е4КД, скажи. Надо выходить, А4 убивать, слышите? Е3 на меня смотрит, крест, мяк, смотри. Да, КД, Е4. Мне дал Е4. КД, Е4, блядь. Я по Е4 дам, заберу. Выходите, 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 здесь я убивайте. Откачу, я откачу. Хорошо. Они перепушивают. Черт на Димона смотрел. Слышал? Мекс, можно фармить. Через щель. Да, да, я справа, вот справа. Отсюда, да, аккуратно. Через щель. Крест, дай назад, крест, дай назад, 29, помоги. Стрим не выезжай, здесь другой даст, 28. Хотеть? Я попробую. Мекс, тоже сдай назад, дай по этому челу. Дайте этому, да. Блядь, тогда кому-то развернуться, закрыть будет этого 29, алло. Я попытаюсь. Максим, да, справа, справа закрываем, Вань, справа закрываем, играй слева. Они на Димона развернулись двое. Страйк, тебе нужно будет назад, слышишь? Экстрим, бля, сука, сука, Страйк, закатывай, бля, Вайк Ломан за С4. Бля, я думаю, ёбка. Меня целит. Он был уже на Е3, Ване, помогите, шотного убейте, шотного убейте. Е4 выходит агрессивно, дай ему. Ладно, надо пробовать. Страйк, я забираю 29, вы забирайте Е3. Страйк, проедь этого чела, забери. Попробуй шотного добейте, черт. Нитин вперед, нитин вперед! Чуть-чуть. Гол на Е4, гол на Е4. Давай, давай, давай. Крейс, закрываем. Сантиметром закрываем. Хорош, Страйк, все сюда бегом помогай. Хорош, там много ваншотов. Да, да, да. Заходи сантиметр сбоку. Да, танкуй. Там много ваншотов просто. Блин, я кидаю, не осталось никого. Не все, хп. Не торопись, не стой здесь, аккуратно, давай на Верочку. Страйк тоже давай сейчас, аккуратно. Сейчас на меня выйдут уже. Да ты еще успеешь, он же на КД сантиметр. Нет, был. Там эти челы 289. Прямо сейчас 2Е4 выйдет. Крест под тебя сейчас выйдет. Вы зажимаетесь, вообще слева будет еще 289 выходить. За цель лево, лево, за цель сантиметр просто, за цель. Страйку надо поджиматься сюда, наверное, выпушивать. Мой четвертый. Ну я попробую поехать. Бля, я такую хуйню сделал, пиздец. Ну сюда, сюда. Мы сейчас даже аккуратненько. Сейчас через базу будут играть. Но они под выгоном. Сантиметр сыграй чуть до угла сюда. Вот здесь, да, вот танк.
Вот слева, слева страйк, далеко. Крест, надо тебе пробовать. Крест, забирай, Иван, сыграй, сыграй, убить, сыграй, сыграй, сантиметр. Да он по 29 сейчас даст, хорош. Страйк, не сгоришь, страйк. Потушишься, сука, ебать, если бы потушился. Как нахуй не дал тут тычку? Блять, я же сказал, принимайте просто в зелени, блядь. Ну там и я заруинил жестко эти, так скажу, наверное, поджался под них в итоге. У нас был стоять в зелени. Нахуй мы этот проебали. А как мы отдали фрикатку вообще? Я не знаю, я не знаю, как мы отдали. У нас тут танка не осталось на кемпе. Левша, ты же сверху должен был левша быть. Да, 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 я решил поджаться и помочь, и в итоге, блядь, меня выше сбрили. Ты можешь трейдить еще этот, мексиканец я заряжен. Капи, танкуй. Они сейчас горку поедут. Просто чипами проходите, убивайте вот это. Типа разрядиться. Мексиканец, иди перестраивайся туда принимать горку. Капи, ну а я здесь поехал, останусь. Вот, вот, так вот, вот выходите, это. Выходите, убивайте вот это, выходите, убивайте. Мы можем просто выехать. 29 откидывайте вот это. Взорвать CS, да, лучше, как они попадают. Да, не надо, не надо. Они не успеют нихуя. Может, я в корму просто им еду, нет? У вас ЖД нормально, нет? Вы убиваете 279, вторые, перейдите вот так вот 279, просто убейте этого 279. Не, меня забрали. Че у вас там, на ЖД убиваете? Нет. Можете дать инфу? Да, да, потихоньку, да. Блять, не молчите, пожалуйста, там. Убейте. Общайтесь. Почему 279 уехал, блядь? Шотный уехал. Да он шотный, похуй на него. Блядь, КД у нас. Они прижимают, сейчас пушивать нас будут. Проносите, проносите. Убейте 279 вот этого. Проносите дальше 279, забейте на банан. Давай копи этого ебем. Все, не поехал, 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 поехал. А нет, не поехал, нормально. Все, проносите дальше 279. Только под гору не подставляйтесь, под гору не подставляйтесь. Видно, страйк слева 279. Актер в отосос, заходи. Же гора пошла, гора пошла! Похуй на гору, убиваем 279. Олег, заставься от них. Иди, вот сюда, актер, актер, иди сюда, иди сюда. Актер, иди сюда. Да, 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 типа делаю, да. Помогайте Джоу. ЦСКО ходит. Два танка принимали. Левша, едь сам сюда, помоги тоже. Нормально, банан. Я с Е3-м подаю здесь. Ебаный рот, нахуй. Убивайте до 7. Сзади зайдут. Пиздал, блин. Ну я КД был. Да нет, там он. Доигрывайте, доигрывайте. Я попробую до 7-9 вам убить. Бля, эти два танка, пиздец, как долго жили. Да вы три танка на ЖТ очень долго убивали, это пиздец. Ну как их быстро убить, блядь, там с горы. Ну, у вас едет 5 чифов и 3279, вы 3 танка убиваете. Они все целят сверху, и мы не можем к ним доехать. Так нет, вот я вот про вот эти танки говорю, 3 танка. Вот ну было. Да, мы и не доехали оттуда. Эти мы откуда, быстро, да, откуда, я там откуда чуть-чуть не хватил, да? Не, ладно, мы топовым кланом проиграли, сильным кланом проиграли, поэтому... Лезем. Там похуй. Не, просто... Не, ну хотя бы не в одну калитку нормально. Да, не, ну обидник, что, в принципе, все на сегодня наиграли с ГК, получается. Ну, с горы правда хорошо. А, на сегодня все? Ну, конечно, да. Нет, вы вот тут вот зря ехали дальше. Вы же тут убивали 279, нет? Ну, да. Ну, а как вы от горы получаете-то? Так мы дальше поехали. Ну, так я про эти танки говорю, что вы долго убивали. Вы три танка убивали, у нас еще сдох там Нески и еще кто-то. Так они стоят друг за другом, а у них вот тут еще танки. Е3 стоял. Да похуй, ну вклинись за эти. Не, я... Да, на ЖД, мне кажется, должны были без потерь проносить таких. Там, пиздец, три танка подарочные, которые Нидин забатил так близко, что они никуда не уходят. Там еще прикол в другом. Надо было раньше с горы Вильф спускаться. Прямо вот раньше намного. Да, согласен. Минуты. Но... Одного оставляешь и Дим, просто... я рассчитывал на то, что мы выиграем ЖД. Без потерь. А не думал то, что у них хитрый даст 7500. Да это понятно, что там никто не думал, что он столько даст. Этот. Вообще надо было спускаться. Реально просто взяться, спуститься. И перепушить ЖД раньше. Мы бы перепушили и закрыли бы этого Е3 вместе с этим. И... короче, пизданули бы банан. Если а так у них КС спустился. Если бы выехали, они даже на ЖД не были, они внутрь же да, проехали на эту развилку. Да, мы просто тайминг всрали и все. А то... Ну и ЖД плохо сыграли. Да ладно, я считаю, мы сегодня без полевого хорошо отыграли. Я могу пойти. Ну я просто пойти. Очков слабо вообще, слабо ну, у очков, меня. Да. Я бы, может, и ебанул бы. А мы сегодня, получается, когда вы чуть позже пришли, мы как раз там дохуя нас побед сегодня было днем. А спасибо, что предупредил. Да, спасибо. Опоздали. Не, ну там писали, в телеге вроде писали, да? Что пораньше будет. У нас сегодня винка 70 плюс. А в телеге разве нет у вас? Актер, спасибо. А там может быть актер нет. Нет, нету. Так закиньте актера в телегу, пусть знают.
А закиньте. Да, окей, окей. Он, блядь, один. Подожди, твиттерам гадает, когда приходить или нет. Левша, а можешь сейчас... Че? Сейчас, секунду. Я тебе сейчас отпишусь вот это закинуть в телегу. Давай. Так, ну что, все на сегодня, да, получается? Все, ребятки, спасибо за бои. Да, спасибо, Вася. Да, всем спасибо, Вася. Да, ББ. Короче, я... Да, ночью отпишу в конфу, вся будет инфа там. Ну, Биба, ну... Это ебаный корм 2, блядь, вот и все. Дим, отпишешь конфу на катке на следующий день, да? Я ночью отпишу по поводу завтра, что нас ждет. Понятно. Ага. Да. Слушай, Дим, стой, не уходи. А сколько, до какого числа вообще этот ивент? Еще одна неделя, с понедельника по воскресенье, следующая неделя. Блять, что, стримить придется всю неделю? Ну а что делать? Как на завод, да. А в кирке, блядь, из рук. Работа такая, Серег, у тебя. Людей развлекать, блядь. Назвался стримером, полезай на ГК. Конечно, да. Все, Дим, все. Ладно, хлопцы, всем спасибо. Все, ребят, приказываю спать, нахуй. Спасибо, Вань.